США обезвредили очередного стрелка, на этот раз в одной из больниц Бирмингема. Мужчина ранил полицейского и двух сотрудников клиники, после чего его застрелили. Между тем продолжается расследование массовой бойни в школе Коннектикута. Есть версия, что ее причиной стала ссора 20-летнего Адама Ланза со своей матерью и ее коллегами. Молодой человек дома убил мать учителя начальных классов, затем отправился в ее школу и расстрелял 26 человек. Большинство из них дети 6-7 лет. После чего убийца покончил с собой. Появилась информация, что он был неуравновешенным и страдал аутизмом. При этом смог официально приобрести огнестрельное оружие. Местные жители до сих пор не могут прийти в себя от шока. На место трагедии несут цветы и свечи, устраивают поминальные церемонии. В ближайшее время в город приедет Барак Обама. Президент встретится с родственниками жертв и примет участие в заупокойной службе.